уважаемые учредители, организаторы и участники конференции, которая, на мой взгляд, имеет колоссальное значение не только в плане изучения истории, получения определенных уроков из этой истории для всего мирового сообщества, но и для современности, потому что именно эти уроки, они должны доказать современности, что возрождение нацизма в любой его форме, где бы то это ни было, чревато ужасными последствиями для всего мирового сообщества. Поэтому сегодня нам необходимо обязательно изучать, пропагандировать, резюмировать все те уроки, которые преподнес Нюрнбергский процесс, Нюрнбергский трибунал, именно для тех людей, которые считают, что методами нацизма, методами колониализма и методами терроризма и фашизма можно решить какие-либо проблемы и поглотить другие народы, заставить их жить не так, как они хотят, лишить их свободы. Ревизия, которую сегодня пытаются провести определенные круги на Западе, фальсификация истории, с которой мы постоянно сталкиваемся. Все это, конечно же, должно пресекаться теми здоровыми силами, которые сегодня в мире готовы стоять на позициях защиты правды, защиты правдивой истории. И мы, конечно же, вместе с вами, то, что вы делаете на конференции, конечно же, именно направлено в эту сторону. Принципы, которые были заложены в Нюрнберге, на Нюрнбергском трибунале, конечно же, эти принципы остаются совершенно сегодня актуальными, и мы должны их поддерживать и распространять. Армянский народ внес свою большую лепту в борьбу против фашизма, против нацизма. 600 тысяч армян-воинов боролось на фронтах Великой Отечественной войны, из них 300 тысяч не вернулись в свои дома. Армянский народ дал много маршалов, генералов, героев Советского Союза и других военачальников и героев, которые боролись за нашу с вами общую свободу, за мир без нацизма, за мир без фашизма. Очень важно, что конференция проходит в преддверии столетия создания Союза Советских Социалистических Республик, страны, великой страны, которая смогла переломить ход истории, переломить хребет нацизму и в мире установить порядки, которые были совершенно противоположны принципам нацизма. А это международные равноправные добрососедские отношения, это интернационализм и это борьба против проявления нацизма. Желаю конференции хорошего проведения всех секций и уверен, что все пройдет на большом, высоком научном уровне. Всего хорошего!